Стремительно приближается День Победы. До торжеств остается меньше 2 месяцев. К празднику в Ленинском округе, как и по всей России, проходят вручения специальной награды – юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», учрежденной указом президента Владимира Путина. В районном историко-культурном центре прошло торжественное награждение. Обладателями медалей стали 50 ветеранов жителей нашего муниципалитета. С приветственным словом к ним обратился Моисей Шамаилов. Еще раз выразить всем огромную благодарность всем, кто воевал с оружием в руках, тем, кто помогал тем, кто воюет, тем, кто ковал победу в тылу, тем, кто трудился на заводах, фабриках, колхозу, совхозу, все, кто выходил на дежурство, особенно в наших вот краях, где были зенитные, зона противовоздушной обороны. Еще раз благодарен за все, что вы сделали. Низкий вам поклон от всех нас. Юбилейная медаль появилась и на лацкане жакета ветерана Великой Отечественной войны Евдокии Михайловны Свешниковой. Когда обрушилась беда, она была еще совсем девчонкой, всего 14, но уже тогда вместе с подругами рвалась на помощь своей стране. Не боялись никакой работы. Шили рукавицы с одним пальцем, стрелять. Мыли посуду, мыли полы в столовой, мыли котлы. Вот, осенью послали на уборку, и очень сложные. Кушать было нечего. Были мы очень худенькие, но силы, азарт, молодые были. Вот, рвались туда, где потяжелее. Потому что мужчины были на передовой, а женщины трудились кто где. Что вам дало силы вот пройти все это, выдержать? Все выдержать. Любовь Родины, весь Советский Союз был в кулаке, чтобы отбить врага. До 9 мая юбилейные медали вручат всем, кто внес свой вклад в победу. Фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашизма. В нашем муниципалитете это 658 человек. Екатерина Коваленко, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.